Многодетная мама из Ямальского района получила из рук главы арктического региона награду. 26 ноября губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов встретился с представительницами одной из самых благородных и важных миссий на Земле – с многодетными мамами. Руководитель округа поздравил женщин с праздником, который отмечался в России накануне. Дмитрий Артюхов вручил многодетным мамам региональную награду «Материнская слава Ямала» – медаль за особые заслуги в воспитании детей и сохранении семейных ценностей. Среди награжденных многодетные матери из Салехарда, Ноябрьска, Надыма, Муравленко, Приуральского, Тазовского и Ямальского районов. Анастасия Анатольевна, Ямальский район. Тебе тоже нечего рассказывать особо. Родилась я в Сейхе. В семье я одна, рано потеряла. У меня пятеро детей. А мой сын приехал меня поддержать. Наша землячка Анастасия Худи, мама пятерых детей, гордится своим призванием и своей семьей. Поддержать женщину пришел младший сын. Я уверен, что, равняясь на таких родителей, ваши дети делают все для того, чтобы вы ими гордились, подчеркнул Дмитрий Артюхов по итогам торжественной церемонии. Это призвание, самое что ни на есть, главное в жизни, самое откровенное, искреннее. И, конечно, мы в эти дни все говорим вам спасибо, всем нашим матерям за эту главную миссию. Многое делаем на Ямале для поддержки материнства, но без вас, без героинь сегодняшнего праздника, эта вся работа бессмысленна. И именно вы подаете пример самому ответственному служению, смыслу жизни.